Астероид в форме бегемота пронесся мимо Земли. Максимальное сближение небесного тела с нашей планетой произошло в 5:04 утра по киевскому времени. Сегодня, 22 декабря, астероид 2003 SD-220 пронесся мимо Земли со скоростью 6,2 км. Это произошло в 5:04 утра по киевскому времени. Форма небесного тела напоминает купающегося в реке бегемота. Об этом пишет Space. Издание опубликовало радарные фото астероида, которые были сделаны на обсерваториях в Гринбэнк, Аресибо и Голдстоун, Калифорния. Массивная глыба, размеры которой составляют от 1,1 до 2,5 километров, прошла примерно в 7,34 лунных расстояний, 2,81 миллионов км, от Земли. Это расстояние является самым близким за последние 400 лет. Однако в 2070 году этот астероид еще больше приблизится к Земле. Данный астероид был открыт 29 сентября 2003 года и ранее считался потенциально опасным для Земли. Ранее сообщалось, что ученые обнаружили в космосе планету, которая гибнет рекордными темпами, испаряясь в космос. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://micrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.